Вадим, поздравляю с победой. Ты сегодня оформил дубль. Как вообще оцениваешь прошедший матч? Спасибо большое за поздравления. Ну, конечно, положительно. Мы выиграли. И вот команда, которая во втором тайме вышла, 2-1 победила. Забил два мяча. То, что и требуется на нападающего. Так, я доволен. А так тренер и все, весь штаб разберут игру нашу и будем двигаться дальше. В моменте с твоим первым голом была шикарная передача от Пеняева. Расскажи про этот момент. Да, Сереге доставили мяч на фланг, он убрал под себя, и так как отрабатываю на тренировках, у него получилось вложить идеально мне в ножку. Потом хороший прием от меня и завершил атаку голом. Расскажи, пожалуйста, про свой второй гол. Как ты вообще успел добежать в этом моменте? Второй гол – это заслуга Дмитрия Вячеславовича. Он мне кричал с бровки: «Вадик, беги на дальнюю». Вот, я побежал, Рифат проследил под себя, и я забил второй мяч. Знаю, что ты в прошлом матче хотел по-особенному отпраздновать. Может быть, эти голы кому-то хочешь посвятить? Да, я хотел посвятить гол маме. У нее был день рождения, но не удалось забить. Сегодня я аж два забил, и хочу поздравить Мамулю с прошедшим днем рождения. Я тебя очень сильно люблю. И эти голы посвящают себе и бабушке. Расскажи еще, пожалуйста, про концовку матча, когда на тебе свалили. Было очень страшно смотреть, как ты лежишь, конечно. Ну, все уже, у всех сил не было. И как мне сказал потом этот игрок, он меня не увидел. Ну, мне что-то не верится. Просто решил врезаться в меня. Больно, да. Врачи вылечат. Будем дальше жить спокойно. Как тебе в целом формат с четырьмя таймами? Ну, в принципе, неплохо. Мы получили нагрузку, которую нам хотел дать тренерский штаб. Все, я считаю, выполнили ее. И завтра восстанавливаемся и продолжаем работать в том же духе.